А, смотрите, мы прямо у бара застали. Андрюха заказывал сейчас себе, говорит, мне, пожалуйста, мохито безалкогольный на аминокислотах. Мельников Андрей, IVB Pro, yes, который готовится к категорию 212 фунтов на Олимпию в Португалии, которая будет практически уже через 5 недель, получается? Да. Да, 5 недель. Член команды «Живая сталь». Андрюха, как в статусе Pro происходит подготовка? Слушай, для меня, честно сказать, особо ничего не меняется. То есть я как до этого готовился, так же и сейчас готовлюсь. Мышцы сильнее расти не стали от карты? От того, что карта появилась? Да. Не-а, все то же самое. Так, хорошо. Тогда в чем секрет того, что настолько сильно профессионалы отличаются от любителей? Слушай, на самом деле, я думаю, что это все такое предвзятое мнение. Ничем особенным таким подготовка не отличается. Ну, по крайней мере, в моем случае точно. Может быть, я просто до этого так же, как про, уже готовился, поэтому для меня ничего не изменилось. То есть федерация NPC тебе не прислала специальный список препаратов для профессионалов, диету для профессионалов? Тренер у тебя тоже не изменился правильно, тебя готовит Яковлев, да? Да, все с Вовой. Ты доволен с Вовой, какой прогресс у вас получился? Да. А вот теперь вопрос наоборот. А Вова говорит тебе, Андрюха, ты молодец, или говорит, Андрюха, блядь, вот делал бы ты нормально, был бы круче. Скажи бы по-честному, что говорит тебе Вова? Ну, Вова как бы поддерживает. Ничего такого там, ну, как любой тренер, вовремя умеет поправить, где-то подбодрить, где-то там постебать, то есть это нормально. То есть больше он тебя мотивирует, так скажем, добрым словом? Или больше он говорит тебе, Андрюха, тут, блядь, херово, тут надо. В общем, больше кнута или пряника? И что на тебе работает от тренера? Слушай, честно сказать, вообще ровно все. Нету таких каких-то моментов. Ну, может быть, еще просто не настал тот момент, когда вот, ну... То есть пока все идет нормально. Я уверен, что план у вас составлен, наверное, уже по минутам, в принципе, ориентировочный и к выходу на сцену. Это, естественно, так. Скажи, он будет похож на то, что вы делали раньше? Или будет какая-то новая схема, потому что вы понимаете, что нужно, ну, уже надо прыгать выше своей собственной головы, реально. Слушай, ну я думаю, что да, будут какие-то изменения, потому что, честно сказать, мы здесь особо-то форму пиковую не делали еще. То есть это был такой промежуточный этап. Сейчас, естественно, все будет гораздо жестче. То есть он, ну, на диете не был, в полноги готовился, в полноги выиграл прокарту, теперь взялся за дело серьезно. Ну, типа того. Ну, хотя бы честно. Андрей, мы тебе желаем успеха, потому что, ну, реально, наши ребята начали в Pro выступать активно. Андрею, ну, сам Бог велел, потому что с этой генетикой, с этой формой мышц, посмотрите в Инстаграм, видите, Андрей Мельников, посмотрите, какая может быть дана природа генетика человеку, которую он может развить удивительным трудом, очень долгой, кропотливой работой в зале, потому что наш спорт такой, что за год, за два, за пять, ни хрена? Ни хрена. Ни хрена, ребята. Сколько у тебя стажа? О, слушай, в целом, я думаю, что где-то порядка лет 15, наверное, я тренируюсь. Поэтому, когда вы спрашиваете там у меня или у Андрея в Инстаграме, как быстро накачаться, ребят, простите, мы не знаем, дрищеваты, мы быстро не накачались. Вам нужен другой специалист, марафон от бикинистки. Да. Сколько недель? Да я думаю, что 4. 4, да. Спасибо тебе огромное. 104.